Министерством принимается комплекс мер по реализации программ развития электронного правительства. С 2006 года МВД подключено к единой транспортной среде государственных органов, к единой системе электронного документооборота. С 2011 года выдача государственных лицензий на занятие деятельностью по наркотикам переведена на электронный формат. Вкратце хотел бы остановиться на ходе исполнения поручений главы государства по созданию ЦОНов, специализированных на регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. С декабря прошлого года такой ЦОН уже работает в штатном режиме в городе Караганда. В Алматы специализированный ЦОН приступил к работе в январе текущего года. До завершения строительства автодрома здесь производится пока только обмен и выдача дубликатов водительских удостоверений. Строительство автодрома здесь будет завершено к концу мая текущего года. Составлен жесткий график перевода всех РЭО в ЦОН. В Актау основное здание ЦОНа построено, завершается строительство соответствующей инфраструктуры центра. По информации Акимата, в области сдача объекта намечена на май текущего года. В Астане начато строительство основного здания ЦОНа. По информации Акимата, столицы строительство объекта планируется завершить к сентябрю. Таково в целом текущее состояние строительства запланированных ранее специализированных ЦОНов. Уважаемый Сергей Николаевич, как уже в своем докладе сказал министр транспорта и коммуникации, непродолжительная работа специализированных ЦОНов в Караганде и Алмате зарекомендовала себя в целом с положительной стороны. Удобство для населения налицо. В начале февраля текущего года на специальном селектором совещании Бахтиёр Абдирович довел до руководителей регионов ваше поручение о создании ЦОНов во всех областных центрах. По имеющей у нас информации, частично уже изысканы средства и готовы приступить к подготовке и строительству спецзонов Павлодаре, Петропавловске и Казларде. В остальных же регионах, как следует из информации с мест, без целевого финансирования строительства специализированных зонов считают проблематичным. Доклад окончен.